Я же Гарри. Только Гарри. С момента выхода первого фильма о Гарри Поттере прошло 18 лет, и Дэниел Рэдклифф уже не мальчик-волшебник, а вполне себе мужчина. И потому бледный и уставший. В интернете даже появился мем «Настроение Дэниел Рэдклифф». Измученный 30-летний Рэдклифф снимается в кино без перерывов, чтобы избавиться от тени Гарри Поттера. Мечтал и о роли Росомахи. Уставший Дэниел засыпает на свиданиях. Подруга Эрин уже привыкла. Молча покупает любимому тройную порцию кофе. Только магия и удерживает рядом Эрин. Риту Сепра! За 7 лет отношений Дэниел так и не сделал предложение. А чтобы не огорчалась, обещал свозить в отпуск. Еще год назад обещал. У тебя ведь еще нет детей? Нет, пока нет. А сколько планируешь завести? Я бы хотел небольшую армию детей. Пока у Рэдклиффа только армия собак. Как истинный англичанин, он их обожает. Выгуливает и своих, и чужих. Хоть его об этом и не просили. Рэдклиффа тут же потроллили в сети. В Нью-Йорке Дэниел Рэдклифф любит бывать чаще, чем в родном Лондоне. Там меньше троллят. В Нью-Йорке вообще нет истерии, Поттер он или не Поттер. Именинник может позволить себе даже заглянуть в караоке. Гарри Поттеру 30 лет. Фантастика.